Светскость – гарантия духовного развития казахстанского общества. На эту тему в Доме дружбы состоялся круглый стол. В нем приняли участие представители духовенства, религиозных объединений, государственных и правоохранительных органов, а также члены Республиканской информационно-разъяснительной группы Комитета по делам религии. Казахстанские эксперты, теологи поделились опытом профилактики религиозного экстремизма, а также обсудили понятие светскости в Казахстане. Прежде всего, цель сегодняшнего стола, круглого стола, это закрепить понятие светскости в Республике Казахстан и объяснить, что светскость ни в коем случае не мешает нашим гражданам выбирать веру, в которую они хотели бы верить, и проводить какие-то религиозные таинства, обряды. В Карагандинской области вопросы профилактики религиозного экстремизма требуют особого внимания. Теологи, эксперты, представители управления по делам религии встречаются с молодежью и пытаются объяснить им, как не попасть под влияние деструктивных течений. Также специалисты говорят о том, каким последствиям может привести нетрадиционная религия. Казахстан во всем мире знает как светское государство. В нашей стране в мире и согласии проживают представители разных религий. Наша главная цель – не допустить, чтобы наша молодежь попадала под влияние деструктивных религиозных течений. Поэтому нам необходимо объяснить им это и направлять на путь истины. Члены информационно-разъяснительной группы посетят и другие города и районы области. Динара Сартаева, Ернур Жомарт, Аманхамид, телеканал СРК.